Сегодня 18 июня, и полностью распустился один из самых моих любимых сортов пионов – это Бакай Белл. У него полумахровые, ярко-бордовые, фактически винные цветы. В диаметре примерно 16-17 сантиметров. Есть и поменьше, конечно, но, как правило, все одного размера. Цветы держатся примерно 5-6 дней. Сегодня 5-й день, как он цветет. Практически одновременное цветение, ну и достаточно продолжительное. Очень любит расти на солнце. Вот здесь видно, что я его подвязала. Все-таки куст склонен к разваливанию, поэтому нуждается в опоре. Но по сравнению с другими сортами, у него разваливание, скажем так, умеренное. Даже если мало будет бутонов, то он, в принципе, прямостоячий и крепко держится. На зиму я его ничем не укрываю, хорошо зимует в наших условиях. Это Витебская область. Цветет без проблем. В этом году у меня уже 17 бутонов. В прошлом году я также снимала видео про этот сорт, для того, чтобы можно было отслеживать каждый год, как нарастает куст, как он себя ведет, какого размера диаметра цветочки. Еще раз хочу показать поближе цветы. Бордовые, полумахровые, с ярко-желтыми тычинками. 17 сантиметров в диаметре. Очень приятный, терпкий аромат. Немножечко винный, наверное. Лучше всего пахнет, конечно, вечером. Чувствуется аромат его. Листва красивая, темно-зеленая. В принципе, я бы сказала, что она глянцевая. Хотя есть более глянцевые листья у пионов, но этот умеренно глянцевый. Высота куста 85-90 сантиметров. Ничем не болеет, практически никогда не был в этом замечен у меня. Ну, как и все пионы, любят на него нападать муравьи, но это не проблема, если вовремя обработать. В этом году, к счастью, муравьи нас не беспокоили. Растет он у меня на открытом солнце круглый день. Удобряю я его, как и все пионы, трижды за сезон, ранней весной, период бутонизации и после цветения обязательно, чтобы дать ему силы набрать больше цветочных почек на будущий год, чтобы куст был здоровый, крепкий и радовал вас пышным цветением. Вот такой красивый, шикарный сорт Бакай Белл.